20 гектаров прибрежных территорий реки Селбе были взяты под особый контроль и огорожены. В этом месте будут посажены деревья и растения. А там, где уже есть зелень, натянута сетка, защищающая территорию от животных. Повышенный интерес городских властей к этим участкам объясняется не просто экологичной ситуацией. Существует отдельная программа охраны реки Селбе, увеличение уровня воды в ней. Наш дистрикт ответственен за среднее течение реки. Сейчас она почти обмелела, поэтому власти приступают к конкретным мерам, одна из которых – озеленение прибрежных территорий. Это делается совместно с частными компаниями, занимающимися высадкой растений и саженцев. А сегодня в помощниках и горожане. В прошлом году здесь было посажено 2000 саженцев, приживаемость составила 90%. Это хороший показатель. Нынче планируется посадить 14 видов деревьев. Сегодня день выдался холодный, сейчас столбик термометра показывает 0 градусов. Но несмотря на это, многие горожане вышли на акцию посадки деревьев. Администрация префектуры планирует посадить вот в этом месте 20 штук сакуры и 30 елей. Вот эти лунки были подготовлены заранее, но выпал снег, и придется их вновь засыпать черноземом, смешанным с песком. Сакура традиционно растет в Японии, где климат более мягкий и влажный. Однако, как утверждают специалисты, деревья, которые будут посажены сегодня, уже прошли акклиматизацию. Более того, они были выращены на монгольской почве. Поэтому резко континентальный климат им не страшен, и каждую весну они будут радовать красивыми сиренево-розовыми бутонами. Эти сакуры подходят для монгольского климата и могут цвести каждый год. Для того, чтобы увеличить морозоустойчивость и приживаемость, корни дерева мы садим вертикально. Правительство и городские власти уделяют большое внимание работе по озеленению территорий, поэтому каждый год в этой работе принимают участие высшие должностные лица и представители администрации мэрии. Я работаю в мэрии уже с 2000 года, поэтому за это время успела посадить десятки именных деревьев. Сегодня утром побывала в национальном парке, там посадила 3 саженца. Вот сейчас хочу попробовать здесь, на этой земле, на своей, посадить японскую сакуру. Каждый дистрикт особое внимание уделяет вопросу увеличения зеленых насаждений вдоль водоемов, особенно вдоль рек Тола и Селбе. Больше деревьев – выше уровень полноводности, это все знают. Сухобаторцы же, кроме озеленения прилегающих к речке территорий, планируют в этом году посадить еще 1500 саженцев деревьев, уже на других участках своей префектуры. Энхтувшин Энгбилек, Аист, Монголия.